За 10 лет Амур проделала большую работу. 55 отделений действуют в 49 регионах Российской Федерации. И мы объединяем более 2500 самых творческих, инициативных и интересных представителей азербайджанской молодежи. Также Амур был включен в состав 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в 2017 году. Участие Амур является высокой оценкой нашей работы. Фестиваль – это прекрасная площадка для обмена опытом, идеями и налаживания новых знакомств и дружбы. И только общаясь с кем-то лицом к лицу, вы можете узнать человека и узнать о нем правду. Это также возможность для нашей молодежи рассказать о богатой древней культуре, истории и традиции Азербайджана. Наши страны объединяют общая история, культура, а также традиционная дружба между нашими народами. Азербайджане с большой любовью относятся к великой русской культуре, искусству, литературе и поэзии. И очень радует тот факт, что наша молодежь интегрируется в российское общество и одновременно бережно сохраняет свои традиционные корни. Главная задача Амур – это делать добрые и полезные дела. Мы уже много лет проводим такие акции, как «Укрови нет наций» по безвозмездной сдаче крови. Поддерживаем и поощряем отличников учебы. Участвуем в российских профессиональных конкурсах. Проводим популярные интеллектуальные игры, такие как «Что, где, когда», «КВН». А также посещаем детские дома, дома престарелых и протягиваем руку всем, кому она нужна. Конечно, мы должны уделять особое внимание здоровому образу жизни. Человек, который проводит много времени на природе, который употребляет здоровую пищу, не курит, занимается спортом, находится в движении. И самое главное, не забивает свою голову негативной информацией и негативными мыслями, не будет нуждаться в врачах и будет всегда здоров. Уже много лет Амур проводит чемпионат по мини-футболу, кубок имени Гейдара Алиева, универсиаду Амур, спортивные игры и туристический слет. Российская молодежь с удовольствием участвует во всех наших мероприятиях, и я за это вам очень благодарна. Я уверена, что наша дружба будет только крепнуть. Конечно же, наше будущее очень зависит от решения многих экологических проблем. Природа уже давно подает нам сигнал и очень нуждается в нашей защите. Земля – это наш общий дом, поэтому задача по сохранению и благоустройству нашей планеты должна решаться сообща. Примером тому являются совместные усилия наших экологов с Центром восстановления леопарда в Сочи. И я очень надеюсь, что мы сможем сделать все возможное, чтобы сохранить этот уникальный вид хищника. Также наша международная компания IDEA участвовала в экологическом мероприятии в Астрахани по выпуску осетровых мальков в Каспийском море. И я очень надеюсь, что мы сможем восстановить популяцию каспийского осетра, одно из самых древнейших и интересных животных. Недавно мы вместе с Вячеславом Фетисовым выпускали осетра в Азербайджане. И когда ты это делаешь своими руками, это непередаваемое ощущение. Также я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем еще все вместе провести посадку деревьев. На сегодняшний день IDEA уже посадила более 5 миллионов деревьев в Азербайджане. И мы проводим семинары по поводу того, что надо бережно относиться к воде, а также по воздействию пластика на окружающую среду. И главное, чтобы каждый из нас помнил, что мы сами можем очень большой вклад внести в защиту нашей природы и нашей планеты, если будем делать некие изменения в нашем образе жизни. Двери Амур всегда открыты для всех, вне зависимости от национальности, вероисповедания и возраста. Они открыты для всех, кто желает творить добрые дела и делать наш мир еще ярче и еще лучше.
Делая доброе дело кому-то, мы в первую очередь делаем подарок самим себе. Я желаю, чтобы мы всегда держались вместе и расширяли нашу дружбу. А самое главное, чтобы каждый из нас верил в себя, слушал свое сердце и никогда не отчаивался и не опускал руки. Помните, что ошибки даны на то, чтобы мы становились лучше. И на самом деле, кто не ошибается, тот не двигается вперед. Верьте в себя, в нас, в добро, в свет, в любовь. Верьте в жизнь, ведь это самое ценное, что у нас есть. Дай Бог всем нам здоровья, счастья, много радости. И дай Бог успехов и процветания нашим странам. Спасибо.